Вот сегодня, значит, он у нас гений завода Буатет, замечательная поэтесса царско-сельской, в классической манере работающей, даже я бы сказал, несколько музейной. Вот, и, значит, Александра Таран, которая одинаково талантливая в прозе и в стихах, как бы характеризовать каким-то единым словом ее стихи я не могу, потому что они очень разные. Вот, ну, на самом деле, так сказать, отмечу, что чрезвычайно хороший профессиональный уровень, несмотря на молодость, демонстрируют наши обе сегодняшние участницы. Ну и чтобы настроить, так сказать, немножко на, так сказать, лад поэтический, чуть-чуть немного из своего, хотя у меня, конечно, стихи немножко иного плана, чем у наших сегодняшних участниц, но все-таки буду краток совсем немножко. И для начала такая небольшая зарисовочка, так сказать, ночная, которая нас ведет немножечко, я надеюсь, разбудит и, так сказать, настроит на дневной лад. Свинценосец поет, но царица не идет. Ни ко-ко и ни ку-ку, ни ее ку-ку-ку. Лишь коровы, просыпаясь и мыча, пускают слюни, что струятся в свете лунном. Волосам блондинки юной незначай подавляется. Ждут царицу, но царица в желтых шлепанцах не идет. Приветствую нашу царицу. На крови видно следы стальных подков, закрыли тучи купол небосвода. Дворцы покоятся в застывшем снег, поблекли краски пасмурного полдня. Старик Борис суров предвещает снег, на крыльях принося предзимный холод. Душа трепещет на ветру и пустота, пронзила сердце, брошенный как сок на дне любви, попая и мякоть, и снимок давний наш пустой, где мы вдвоем в начинке лета, как будто в вечности с тобой, смеемся, сотканы из света, и так воздушно все вокруг, и нет разлуки, нет печали, но бьется с волнами испуг. Скользя рукой по водной глади, так сладко взгляд любви ловить, и не исчезнет то, что с нами. А лодка будет дальше плыть, а лодка будет дальше плыть. Thank you.